Сейчас у нас будет главная часть нашей лекции. Она будет заключаться в том, что мы будем побеждать трудности в своей жизни. Победа осуществляется следующим образом. Она всегда одинаковая. Надо вспомнить святость. Святость – это то, что дает удачу в жизни человека, то, что разрушает его проблемы. Забыть про свои трудности. Сила счастья пойдет сама туда в трудности, не надо их помнить. Надо вспомнить чистоту, святость, которую вы знаете, желательно в своей вере. Если нет веры, просто святость вспомните какую-то, это и есть ваша вера. И просто повторяйте, я желаю всем счастья. Победа над судьбой наступает тогда, когда человек отвлекается от себя, от своей воли. Вспоминать святость, я желаю всем счастья. Когда человек это делает, счастье само идет куда надо. Его не надо заставлять туда идти. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю
Я желаю 7, 6. 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 Спасибо вам большое. Я желаю вам всем счастья, любви, духовного знания, всего самого светлого в вашей судьбе. Я очень благодарен вам за ваши глаза, за ваше слушание и ваше время. Спасибо вам большое.